Откуда она такую силу взяла? Ого! Вот это жахну! Вот это жахну! Привет-привет, друзья! Вы на канале Мульти-Пульти! Всем вкусняшек и мороженок! И сегодня ваши любимые аниматроники. Серия называется «Фредди против Джокера». Ну а сейчас, как всегда, задание. Ребят, напишите, сколько будет 41 минус... 41. Первые 10 человек, как всегда, попадут ко мне в видосик. Ну чё, погнали! Итак, ребята, смотрите, вы не поверите, что сегодня произошло. Фредди той аниматронику позвонила бабка Гренни. А зачем она позвонила? Да подожди, Бонни, я сейчас расскажу. Она ему позвонила, ребят, вы не поверите. И попросила, чтобы аниматроники взяли банду. Ее. Она хочет стать аниматроником. Бабка, чё? Ты вообще с ума сбриндила? Нам не нужна бабка. Вообще-то, я её ненавижу. Не надо её в нашу банду. Да подождите, ребята. А Фредди, ребята, а Фредди наоборот. Он бабке, хочет дать шанс. И на самом деле он хочет, чтобы она стала аниматроником. Фредди, братан, не надо. Ребят, вот я не могу ничего посоветовать, брать бабку или не брать. И Фредди решил, что он сейчас поедет туда, куда ему сказала поехать бабка Гренни, и все-таки возьмет ее в свою банду. Нет, не надо, пожалуйста, я не хочу бабку Гренни в нашу банду. Я тоже не хочу. Ребята, ну пожалуйста, давайте попробуем, может бабка хорошая стала. Нет, бабка не может стать хорошей, а злая, противная бабуга! Бонни, ты же не знаешь, а вдруг человек изменился, перевоспитался, стал хорошим? Нет, я ей не доверяю, я ей не верю, это ловушка! А вдруг она хорошая стала, станет, что тогда? Я тогда свои уши съем, если она стала хорошей. Ребят, вы слышали? Если бабка стала хорошей, Бонни пообещал, он съест свои уши. Фредди, пожалуйста, не надо, не ходи, Фредди. Тика. Да не бойся, ребят, давайте так. Вы раз боитесь, оставайтесь здесь, а я пойду бабку Гренни приму в аниматроники. Нет, Фредди, мы тебя не отпустим. Ладно. Так, ребята, аниматроники решили пойти с Фредди. Посмотрим, что там нас ждет. Это становится очень интересным. Ладно, ребят, если лайк поставили, я буду вам признателен и подписались на мой канал. Опа! Здрасте! Это что такое, бабуля? Это кто такие? Это мои друзья! Вы кто? Мы Джокеры! Вот это страшные какие страшнюги! Фредди, это засада! Тащи, ты засада! Да подожди, Бонни, бабка! А зачем они здесь? А зачем? Чтоб дать вам тумаков! Бабка! Ребята, бабка обманула! А я говорил! Ну все, сейчас вы получите. Ах так? Ребята, гаси их, гаси. Вот тебе, гадкий Джокер. Ого, ого, ребята, эти Джокеры здоровузы. Они здоровы, ого, бедный Фредди. Ничего себе, Фредди, давай им сдачи. Они такие здоровые. Вот тебе, получи, получи. Сейчас ты получишь, гадкий Джокер! Ребят, давайте, а ну иди сюда! Ничего не сделаете! Сейчас мы с вами разберемся, ребята! Это ловушка была! Ого! Желейный Валера улетел! Какие они здоровилы! И Маэта улетела! Как ее? Леди Баг! Ах ты злой! Мамочка, Фредди, ты живой? Да живой я, живой! Гасите, гасите, ребят, гасите, гасите этих Джокеров. Ну, капец, бабка. Вас попали в засаду.
О, гадко, ребята, Чика полетела. Гадко бабка Грей, все-таки она обманула. Фредди у нас доверчивый, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, капец. Бедный Фредди. Ребят, Фредди доверчивый, он все-таки поверил бабке Грей. Она воспользовалась его доверчивостью, его добротой. Блин. Что за получится мне, гадкие джокеры? Ну все. Я говорю, уши съем. Сейчас вы свои уши съедите. Правильно, Бонни. Давайте, ребят, гасите. Гасите, осторожно, гасите. Ой-ой-ой, Чика. Мамочка. Чика, ты там живая, Чикуля. Мама. Ребят, сейчас надо за Чика, 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 Чика. Все, Бонни, сейчас им дам. Так, отлично. Так, вот тебе. Нифига себе. Бабка наделала джокеров мутантов. Титаны, это титаны, джокеры, капец. Ой, желейный Валера получил. Вот тебя! Получи! Мамочка, на помощь! Получи! Вот тебя так! Эй, вставай, лежи, не вставай! Чё ты лезешь-то? Так, получи. Чё там Леди Баг бегает? Да, Леди Баг там дерётся, надо ей помочь. Сейчас Леди Баг. Там слай давай. Вот тебе, на нафиг. Получил? Вот тебе, гадкие джокеры. Сейчас мы вас раздубасим. Кто-то полетел. Блин, ну капец, какие же они сильные. Это все бабка. Это все бабка. Фредди, это бабка колдует. Надо бабку заколбасить! Точно! Ребята, Бонни дело говорит! Сейчас, 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 надо бабку, так точно! Ну все, точно, ребята, это все бабка Грэнни! Мы не сможем ничего сделать с этими джокерами, пока мы бабку не кокнем! А ну иди сюда, башка! Бэм! Ух, и прямо попала в коробку из-под мусора. Ой, ой. Сейчас ты получишь башка, три пирожка. Получи. Вот тебе. Ага, получил, бабка. Получила, бабка. А ну не трогай Валеру. Валеру не трогай. Отлично. Давай, спринт-трапик. Вам еще один живой. Сейчас мы с вами рассчитаемся. Так, иди получи. Вот тебе, гадкий джокер. Ага, сейчас мы быстро. Вот, получил. Так, отлично, ребята. Давай, спринт-трап. Давай, Чикуля. Сейчас я Леди Баг помогу. Получи. Ребята, это жесть. Мы начинаем выигрывать. Одного джокера уже загасили. Ого, спринт-трап полетел. Блин, бабка им силу такую надала. Откуда она такую силу взяла? Ого! Вот это жахнул! Вот это жахнул! Ну все, капец им, капец! Сейчас, ребят, я знаете, что сделаю? Я думаю, теперь они не бессмертны, потому что мы заколбасили бабку Грэнни. Но силу у них никак не отнять, ну правильно же? Поэтому сейчас я их так расколбашу. Автомата. Так, вот так вот есть один, ребят, еще один есть. Получил, гадкий джокер. Да, вот тебе вот. Ого, вы видели? Они мусорный ковш даже сдвигают, какие они сильные. Прикол, вот это прикол. Так, двоих есть, двоих я заколбасил, даже троих уже. Остался один. Есть, получи. Давай, Фредди, пожалуйста, давай! Да даю я, даю. О, нет, ребята, их двое. Получи! Так, сейчас я ему добью его. Вот тебе. Ух, какие же они страшные. Вот это жесть. А ну, лежи, не вставай. Лежи, не вставай, тебе говорят. Все. Это победа. Это крутая, неоспоримая. Победа! Фух! А я говорю, а я тебе говорю, Фредди! А ты меня не слушал?
Да, ребят, Бонни был прав, на удивление. На самом деле, действительно, это была ловушка. Да, я бабке Гренни доверяю вообще. Ну все, ребята, так бабка Гренни валяется в мусорке. Там и заколбасили, но, наверное, как всегда, это ее клон. Она сама вряд ли могла явиться на это приключение. Она своих клонов создала Джокера. Ну все, погнали, поехали домой. Погнали, погнали, ребят. Погнали, погнали. Так, капец. Ничего себе. Вот ты откуда взялся, получи. Еще один живой. Капец, это получишь. Вот тебе, получи. Получи, грязный Джокер. Ребят, дайте ему под пятое число, чтобы он больше не думал нападать. И что такие хитрые. Они думали, что мы попадем в ловушку, что они быстро над нами разделаются, да, ребят? Да не тут-то было. У меня сильные аниматроники, ребят. Вы же знаете, аниматроники очень сильные. Они, если вместе, у них команда, которую попробуй только победи. Да они не смогут никто противопоставить моим аниматроничкам, моим друзьям. Да, вообще-то мы отличная команда, да. Да, мы отличная команда. Да, мы если кого-то отлупасим, так отлупасим. Отлично, Чика. Вот тебе, получил? Капец, ну он живучий. Давай, Чика, лупась его, ребят, последний остался. Ох, как он надоел уже. Ладно, бросьте его. Нет, мы его не бросим. Вот тебе, получи, какашка. Бонни, ну ты даешь. Так. Получил? А ну, лежи, не вставай, я говорю. Ух, Чика разошлась. Ребят, Чика разошлась, это капец. Да, получил. Все, ребят, поехали. Ладно, будет с него, хватит с него, он и так уже бедненький. Зубов всех не досчитается уже, да. Правильно! А ну стойте, куда поехал? Ах ты противный. Вот противнюга. Ля, лезет. Ну ты лезешь, ты. Джокер. А ну вылазь. Не, ну наглый. Вот тебе, получил. Все. Молодцы. Справились. Ну наконец-то. Залазьте, Лени, Валера, Бонни. Ну наконец-то, ребят. Мы справились со всеми Джокерами. Кто досмотрел это видео до конца, тому респект и уважуха. Потому что я заметил, мои дорогие друзья, что половина из вас не досматривает видео до конца. Это очень странно. Это очень странно для меня. Почему я смотрю чужие ролики, я их всегда досматриваю до конца? Это странно. Не могу объяснить, почему некоторые люди, некоторые индивидуумы начинают смотреть ролик, посмотрели 2 минуты, максимум 3, и уходят. Зачем тогда смотреть? Самое же интересное это в середине и в конце видео. Ну ладно, ребят, это все лирика, вы смотрите как хотите. Если хотите смотреть 2 минуты, смотрите 2 минуты. Хотите 3 минуты, смотрите 3 минуты. А хотите смотреть весь ролик, смотрите весь ролик. Все зависит только от вас. Большое вам спасибо, что вы зашли на мой канал, что вы смотрите моих аниматроников. Я вас очень люблю. Я вас просто обожаю, дорогие мои друзья и подписчики. Спасибо вам большое. Сейчас я полечу на рампу, на Мегабанк, Матбанк. И покажу вам, какая красота. Там, где сегодня мы был самый сложный паркур на трассе. Так, летим. Сейчас им покажу и пойду спать. Потому что уже 12 часов ночи. И я записываю этот видос ночью. И я чуть приболел, поэтому не обижайтесь на меня. Хорошо? Обижайтесь? Спасибо вам большое, что вы на меня не обижаетесь. Такие хорошие. Видали, какая красота? Видали? Или не видали? Вот. Ух, класс. Так, ладно, ребята. Садимся на Мазабанк. Все, ребят, всем счастливо, всем пока. Вы были на канале Мультипути. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все такое. Всем пока.